Качество и безопасность продуктов питания обсудили главы правительств стран ЕАЭС. Казахстан входит в топ-25 мировых экспортеров продовольствия. Отечественная сельхозпродукция поставляется в 80 стран мира. Ее экспорт за последние 5 лет увеличился вдвое, достигнув почти 5,5 миллиардов долларов, отметил Олжас Бектенов. Обеспечение населения качественными и безопасными продуктами питания остается первостепенной задачей для любой страны, я думаю, это аксиома. Поэтому одним из стратегических приоритетов развития Казахстана является агропромышленный комплекс. Сегодня мы ставим перед собой цель вывести отрасль сельского хозяйства на уровень глубокой переработки.